Как вы считаете, нужно ли нам вернуть Аляску? Свет, что ли? Мы ее еле продали, мы взятку дали. Нет. Не знаю. Нет, я считаю, что нет. Вернуть Аляску? Ну, некогда российская все-таки территория была. По такой логике, то нужно и отдать Калининград и очень многие районы России. Нет, конечно, я придерживаюсь того мнения, что сейчас, ну, есть определенные границы каждого государства, их не нужно нарушать. Это аннексия, это насильственное присоединение территории чужих. То есть сейчас так все, как и должно быть, мне кажется. Поэтому я против присоединения, особенно насильственного, любых территорий. Вам лично Аляска не нужна? Нет, мне лично Аляска не нужна. У нас много территорий, которые нужно развивать, честно. Но вот как человеку просто вам приятно было бы, если бы Аляска была все-таки российской? Или не холодно, не горячо? Не холодно, не горячо. Честно, не знаю, мне так пофиг. Не жалко? А что, я там ни разу не была, не собираюсь там быть. Ну, особенно на благосостояние россиян, наверное, как-то это должно влиять, нет? Благосостояние? Ну, например, как оно может повлиять? Ну, у государства больше денег, соответственно, больше денег, чтобы выделить их на постройку инфраструктур и так далее. Серьезно? Больше денег, мне кажется, уйдет не в архитектуру никуда, а больше денег все знают, кому куда уйдут. Сложный вопрос, изначально мы ее продали, насколько я помню. В этом и прикол, да. Но, опять же, многие считают, что не был подписан договор. Соответственно, в каком смысле она числится сейчас за Россией? Я не знаю всех юридических формальностей насчет оплаты. Ли она нам? Если поступала, тогда проблем никаких. Но если нет, надо забрать. Скорее нет, чем да. Почему? Это новый конфликт, который никому не нужен. Нет. Не стоит. А из-за чего? Потому что это уже общепризнанно. И юридически оформлено совершенно корректно. Владимир Владимирович недавно выступал в новостях. Говорил то, что вот наша задача сейчас, как россиян, объединять землю. Объединять и сохранять. И вот нужно ли нам объединиться с Аляской? Ну, то, что Владимир Владимирович говорит, это как бы не стоит принимать близко к сердцу. Вот, он много чего может говорить, говорил и будет говорить. Поэтому как бы пропускать мимо ушей. Ну, лично вам Аляска не нужна? Нет. Ценная же земля, не обидно разве? У нас своей земли много ценных, которые не освоят. Ну вот многие считают, то, что Аляска такая же неосвоенная и ценная земля, но российская. Зачем нам еще одна неосвоенная земля? У нас своих неосвоенных земель хватает. Ну, нет, не нужно. Ну, вообще полезная там территория, ресурсы. Да, мы свои еще не успели облагородить. Ну, я думаю, не знаю, мне кажется, не. Ну, многие считают, то, что она незаконно якобы была передана США. Мне кажется, нужно оставить в покое. Я не считаю, что Россия должна что-то у кого-то забирать. Это бред. Надо уже разбираться с тем, что есть и так в границах России сейчас, и заботиться об этом. Я считаю, что Россия мало заботится о своей территории, а новые субъекты можно присоединять только при их желании. Это, ну, крайне неудобная территория, она очень богатая, но мне кажется, Россия... Нет, не надо. За что? Зачем? Для чего? Чтобы что? Чтобы она была... Это мое личное мнение. Я вообще хочу, чтобы мир когда-нибудь пришел к миру без границ. Чтобы у нас было человечество. Да, просто человечество, которое на очень классных ценностях может коммуницировать и делать свою жизнь крутой. Она не нуждается в власти, она не нуждается в завоеваниях, потому что там нет никакой борьбы, нету страха, да, что у тебя там что-то отберут, тебе нужно что-то схватить, убежать и так далее.